Вестник Северодвинска о спорте. Не забиваешь ты, забивают тебе. Избитая футбольная мудрость сработала на 100% в матче чемпионата области по мини-футболу между командами «Наука мясные продукты» и «Архангельской Ромой». Спонсор рубрики – магазин «Спорттовары». Будь ближе к спорту с магазином «Спорттовары». Спортивный инвентарь, турники, обручи, наградная атрибутика, медали, кубки и грамоты, а также скидка на зимний ассортимент, ватрушки, лыжи и зимний инвентарь. Магазин «Спорттовары», Ломоносова, 78. Подари семье здоровье. С появлением в столице Поморья стандартного зала «Норд-Арена» архангельские команды стали испытывать трудности в организации игры на маленьких севердвинских полях. Несмотря на это, футболисты «Ромы» в матче с «Наукой» первыми открыли счет и повели 2-0. Хозяева после второго пропущенного удачно разыграли угловой, а под занавес тайма сравняли счет с пенальти. Во второй половине встречи подопечные Юрия Ильина вышли вперед, и тут с «Наукой» сработала футбольная истина. Иван Мишикурин промахнулся с выгодной позиции и в эту же минуту не доработал в защите. Этот гол подстегнул игроков «Ромы», и они отправили в ворота хозяев еще два мяча. Как ни старались футболисты «Науки» свести матч хотя бы в ничью, времени им хватило лишь на один гол. 4-5, и «Рома» увозит 3 очка. Так ударно начали второй тайм и провалились в концовке. Ну, были у нас 100% моменты, поэтому если бы мы забили, вели бы 4-2, я думаю, игра бы по-другому сложилась. Поэтому снова беда у нас в реализации 100% моментов. Вот так ребята очень хорошо смотрелись на поле. И думаю, мы сегодня должны были выигрывать эту игру. Вы уже играете в «Норд-Арене», все-таки зал стандартный, у нас поменьше зал. Испытывает ли команда проблемы в организации игры у нас в Северодвинске? Сейчас именно об этом мы говорили. 90% игр проводим в «Норд-Арене», поэтому здесь играть для нас уже очень сложно становится. То есть очень непривычно и динамично все. Смогут ли футболисты «Ромы» восстановиться за один день и навязать борьбу еще одной северодвинской команде, можно увидеть сегодня в 20 часов в спортзале «Строитель» в матче против «Северина». Константин Мухин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.